Горбачев, конечно, своими ошибками, очень серьезными ошибками, ошибками во внешней политике, ошибками во внутренней политике, особенности, почему мы с ним разошлись, я, например, серьезными ошибками национальной политики. Если 15 республик составляет Советский Союз, но основа основ этого все же такое, но здоровая национальная политика. И на этой основе, собственно говоря, Советский Союз существовал, хотя существовала и разница между тем, что провозглашалось, и тем, что делалось. Но тем не менее, эта идеология жила. А когда он уже стал серьезной ошибкой допускать по отношению к одной республике, к другой республике, и прибегать уже к силе, например, на примере нашей республики, это чудовищное, понимаете, явление было. Я не помню в истории Советского Союза случаи подобного январю 90-го года, когда он вел огромный контингент войск сюда для того, чтобы подавить здесь митинги и так далее. Но более глупого решения вряд ли можно было принять. Во-первых, если нужно было применять силы здесь, я работал в Азербайджане, в Баку, я знаю, что здесь достаточно было подразделений советской армии, которые можно было использовать. А для этого не надо было собирать там из различных областей Северного Кавказа, формировать какие-то группы, направлять сюда самых высоких чинов. Как будто бы война началась, что ли. Ну, министр обороны Язов, там, министр внутренних дел, там, первый заместитель председателя комитета госбезопасности. Сколько людей? А что здесь произошло? Ничего особенного. Но это стало трагедией. И, конечно, азербайджанский народ никогда не простит Горбачеву этого.